Та девочка, которая приехала из города Сухуми и которая сделала первые шаги на сцене, спев мои песни, сейчас, я уверен, растопит каждое ваше сердечко, потому что она сама человек с очень теплым и добрым сердцем. Я очень хочу, чтобы Валера объявил эту девушку, и наверняка вы ее встретите очень тепло. Диана Гурцкая. Яночка Гурцкая.
Спасибо. Игорь Юрьевич, все аплодисменты сегодня только для вас, мой родной. Спасибо вам за этот мир, за мир музыки, который вы мне подарили, за эту публику, за все, за то, что вы есть. Спасибо вам за ваше творение. Спасибо, девочка.